Так, ребята, всем привет. Ну что ж, в общем, сегодня мы поиграем в мод на КДС от вот этого вот человека под ником Other Games. Братишка, давай мир, поиграй, поживи мой новый мод. Не суди строго, все ровно, демо. Держи ссылку. Господи. Да, снова, конечно, неграмотность. Ну и в общем, давайте. Поехали, чё уж там. Вот гейм. Быстро, конечно, распаковывается. Так. Ждем. Наконец, загрузочка. Долговато что-то загрузка. Господи. Что? Господи. Вершон 1.0 был чего? Новые приколы. Щелкни, чтобы продолжить. Господи, пиратский перевод. Уровни демо-версии. Ну и давайте посмотрим. Сосед такой непоседа, бла-бла-бла, поехали. Что же у нас будет за потрясающий мод-то такой? Даже это не изменено. Угу. Чего? А, типа кофе будет делать. А что? А мы не можем это взять, что ли? Ай, блин. Типа кликбейт, да. Идеально. А птичку мы можем легко открыть, не подумайте ничего. А тут ничего нет. Аптечку мы можем открыть, ничего подобного тут такого. Он, короче, просто анимации поменял и все. Он все равно сейчас пойдет пиво пить. Банка с кофе. Здесь ротвейлер любит выпить кружку кофе. Чего? Че ты говоришь? Как я понимаю, сюда надо. А что? Да. А как тогда я вот эту фигню возьму? Или что тут? Господи, ребят, тут такое сейчас играет. Тут есть функция отключить без LG. Да, слава богу. Все. Так. Юзаем и уходим. А вот это, как я понимаю, не использовать. Так что... Пошло и это. Чё тут? Так. Тут хотя бы комнаты заменены местами его вот, ротвейлера. Тебе приятно так сидеть, да? А что делать-то надо? Где мы вообще? Что делать надо? Я не понял. Что мы делаем, ребят? Ребят, что происходит вообще? Что это за уровень-то? А, понятно. Так, пиво. Куда ты идешь? А, туда. Ну, короче, тут комнаты местами заменила, говорит то, что я лох, потому что как бы в моем моде не замени. Ну, то есть у нас ротвейлер поймал. Ну-ка. Но анимация и избиения никак не изменились. Так. Ну и сюрприз ко дню рождения. А тут просто выдается ошибка. Да. Так что, исправь это, вот, достань там, что вот, дата. Получается, он в Game Data, так, давайте зайдем, вот, смотрите, Level Mail, и тут вот в чем ошибка. Вот здесь вот ошибка должна быть, анимс. Ну и, короче, исправь это, когда освоишься и будешь...